Тут уж не говорят о том, что у меня нога умудрилась свести сегодня с утра, зараза. И сведенная нога не дает ходить. Так. Окей. Что у нас есть? У нас есть ресы, у нас есть... Вот, новая руда. Тут другой вопрос, как бы мне нахрен эту руду использовать? Вопрос супер шикарный, потому что здесь... Фиг знает, может мне алтарь-гидр, конечно, нужен. Но для этого нужен мозг гигантского жука. А что за мозг гигантского жука, я даже не знаю. Я даже, по сути, не знаю, куда бы мне надо. Ну, типа, вот есть у меня новый рез, а... И чё? Улибматки, морфовая масса, плющи да плюи. Ну, по идее, мне надо вот эту вот яд попробовать. Игнеослава шлеп. Атлантический червь. Так, вот, небесный титан? Да. Морской титан — это ракушка. Значит, мне сейчас надо по-хорошему где-то насобирать ракушков, по идее. Ладно, это пускай пока все продолжает плавиться. Пойдем. Пойдем посмотрим, где мне можно собирать ракушку. Попробовать... Нет. А, вот тут город был. Ну, с одной стороны, от меня город, конечно, по прямой. Пойдем туда. Ракушки как бы на островах должны быть. Ну, кому они должны, они всем простили. Ага. Ого, окей. Достаточно мощная фигня. Тариновая руда на халяву. Ну, вот у нас, собственно, ближайший остров, где босс был, да? Я бы не сказал, что здесь ракушек до хрена так-то. Оу. Трансфол выходит в релиз 11 октября. Прикольно. Здорово, Гаскар. Неплохие новости. Как по мне, рановато, наверное. Хотя я там последнюю обнову не щупал. Может, там по обновам все нормально было. Ну, может быть, родновато. Ну, посмотрим. О. Ау. Неприятный минус пол хп. Так. Надо было, кстати, постукать эту арбалет. Арбалет не стуканный, и это хреновато. Плюжуч, найс. Где тут врагов нормально так понавалено. Окей. Отсюда же возьмем слизьку. Но ракушек никаких не видно, честно говоря.
Окей, уй. Вместо ракушек вот эти вот шняги. Акулий зуб. Вроде не настолько полезная фигня. Ну, погнали ниже. Может быть, я как раз сверху в город приду. Не сразу заметил эту фигню. О. Найс. Попадло. Вот еще одну. Я, кстати, не заметил. Здесь тоже вроде как руды даже немножко есть, а вот что-то ракушков нету. Ау. Надо будет еще хилку делать себе. Не ваншотнуло и хорошо. Не, ну так-то да, конечно. Внезапно медуза самоцвет. Типа руду и растения я вижу, да, а вот что-то ракушков незаметно. И вот в этих снягах тоже вроде не ракушки нифига. Может, я чего-то не знаю? Здесь не хватает типа гида, чтобы узнать, что откуда берется. Окей. Мне не то, чтобы эта руда еще нужна, конечно. С рыбалкой. Интересный вариант. Если так, то, конечно, хреново будет. Так. Ага, это музыкальная фигня. Окей. Музыкальная фигня не так сильно интересна. Нифига себе их там. Чего? Еще пузырник. Благо у него пузыри до меня хотя бы не долетают, и на том спасибо. А что это вы здесь делаете? Здорово, Заврос. А мы тут ракушки ищем. Издалека это кажется, конечно, что я просто так гуляю. Ау! Просто так, блин, гуляю, да. Но мы на самом деле ракушки ищем. Где-нибудь. Окей.
Нёп, ни одной. Я думаю, на самом деле, когда мы искали перья, там тоже много чего было непонятно, но перья падали рандомно с врагов. Может, с ракушками какая-то такая же фигня? И, кстати, еще один храм. Город, то бишь. Я теперь поинтереснее выгляжу. Я город, я думаю, могу даже зафармить. Только у меня FPS почему-то просел. Какого хрена FPS просаживается, непонятно. Окей, ага. Заклинание вылетает у него даже не из посоха, одно вылетает раньше. Камон, ребят, чё с FPS-то? Алло, игра. Чему тут лагать в этой игре? Капец. Ну типа FPS 30. Я не знаю, что за фигня. На комп не нагружено от слова совсем. Ну 30 FPS. Блин, награть невозможно. Ужас. О, все. Пролагалось. Так, телепорт домой. Меч. Хлыст щупальца, левел 11. Октаридовая кувалда. Великолепное оружие против стен. Оу. Ожерелье убрач плюс 16,3 урона. Опять же, грустно, что нет кнопочки взять все. Так, 5 бомб, зелье защитника. У меня 7% шанс крита здесь, но, блин. 16% урона может быть даже лучше, чем 7% шанс крита, честно говоря. Я могу вот здесь вот это все вскопать, чтобы здесь не появлялись мобы больше. Чтоб спидну потом не надуло. Я вот поиграл в 3D платформе, которая выглядит как игра с PS2, моему компу дал прикурить. Почему так было нагружать комп, я не знаю, но оптимизации не было от слова совсем. Так. Жилые комнаты неплохо выглядят, кстати. Много проходиков любопытных. Окей, еще один сундук. Зелья халявные лутаются весьма неплохо. Ну, кстати, хилка одна упала, тоже очень здорово. Окей. Оу, там наверху продолжать мне даже. Я очень удобно на вход попал, да. И секира якорь. 42% шанс сбить врага с ног. Любопытно. Зелье кабельной кожи еще. Зелье концентрации. Окей. Любобыдненько. Любобыдненько. Так. Из
из-за этой фигни они могли здесь появиться. Ага. Здесь тоже. Окей. Благо долго дни живут. Щит стража. Да. Иногда непонятно, как под ним стрелять. Иногда вы типа стреляешь в них, а выстрелы мимо проходят. Немножко странно. Окей. Щит стража, максимальная броня, здоровье, с вероятностью 30% при блокировании атаки выпускает волну энергии, которая наносит урон, равный заблокированному. Любопытная фигня. У меня, кстати, арбалет сейчас закончится уже скоро. Внезапно. А что бы мне делать, когда у меня арбалет закончится? Вопрос супер офигенный. Потому что этих кто жопов я бы мог только с рейнджа убивать. Я только рейнджу себе и прокачивал. Этот не светится. Нормально. А вот этот умудрился быть очень скрытным. Я его даже не заметил. Ага, вот этот светится. Да, я даже забыл, что одни хилят тут друг другу периодически. Oh. Так, или это вход официальный? Как будто бы вот это выглядит больше как официальный вход, да? Окей. Ну, как будто бы да. Окей. Народ у вас тоже ВК тупит, но у меня пока не тупит. У меня вроде все нормально. А так сегодня чё? А, ну сегодня четверг. Сегодня может ВК тупить, да, опять. Вторник, четверг. Все дела. Воу-воу-воу. Так. Я все еще не знаю, что вот эта вот фигня значит, но, возможно, это что-то из титанообразного, на самом деле. А я просто не в курсе. Окей. Капюшон ученого? 2-4% урона против боссов. Скорость дальней атаки, магический барьер, но проблема в том, что маг атаку дает, а это нафиг надо. Там еще сбоку лутецкий есть. Так. Это косой кривой. Вот это не косой, не кривой. Найс. Тебе удалось повысить уровень питомца до максимального. О, как. М-м-м.
То бишь питомец может прокачаться на 5 из 9 только. По максимуму. Это немножко грузненько. Ладно. Максималочки от питомца можно не ждать. Убираем из полудня и становится все замечательно. Так, ну, совсем почти по лобматой. Единственное, что я не вижу, я финалки не вижу здесь. Ну, типа, либо здесь финалки нету, либо одна какая-то, ну, очень особенная. Вневременные песочные часы. Ценность. Попал, блин. Ага. Все. Как он умудрился по мне промазать, это отличный вопрос. В принципе, если быть дико аккуратным, то, наверное, можно убить их. Но, наверное, я не смогу. А они за мной очень круто идут, кстати. Ладно, пойдем домой. Без оружия там делать просто нечего. Всяк. Так. Значит, сюда. Я думаю, еда для питомца, на кой хрен мне нужна теперь? Давай бомбы сюда, давай пятую еду сюда. Окей, сейчас надо будет еще урожай, конечно же, собрать. То хрен ли он там вообще? Так, семечки. Водоросли, кстати говоря, может быть, вот эта шняга водоросли. А, нет, подожди. Они не сюда кладутся, да? Да. Это не те водоросли. Так. Вот сюда. Вот сюда. Неплохо бы перекусить. Перекусим. Так, подожди, это на разбор. Стоп, это мы не продаем, да, это все на разбор. Мантия чародей тоже так, ценность. Вот это продавать можно. Разбираем во имя лута. Голосик таки упал. Not bad. Not bad. Так. Отлично. Тут у нас руды до хрена здесь. У нас зелье тут. Сундук не нужен нам. Так. Сделаем стук. Стук. Окей. Сейчас насобираем всякого. Так, ты давай. Может быть, надо снова в пустыню пойти. Может быть.
Так, сейчас мы еще соберем вот это вот. Так. Так, это сюда. Так вот. Потом это сюда. И снова 30 FPS. Я календарь переверну и снова 30 FPS. Хотя руды еще до хрена на самом деле. Можно все прям поставить плавиться. Фиг знает, откуда столько лагов. На блеска дерева посмотрим. На стриме тоже ощущается это... А, больше не надо. На стриме тоже ощущается как 30 FPS, да? Капец, оно почему-то лагает. Так, теперь 50. О, секунду, ребят. Надо будет ВБ еще отбежать, принять. Наконец-то чипсики с Сахалина приехали. Ё-моё. Так, давай попробуем... Очень высокая сюда теперь. Вот как только я график убью... А, нет, показалось мне. Тут все равно проседает. Не, реально очень непонятно почему. Прям, какого хрена, я бы даже сказал. Чему тут лагает, непонятно, но... Что-то здесь лагает. Так. Давай мы это сделаем в два. Золото сюда, это сюда. Это сюда. Окей. Так, теперь давай здесь всякое пособираем сейчас. Во. Ну, типа прокачка стала капец какой медленный. Много новой золотой фигни, зато собирается. Это прикольно. Так. А, стоп. Это то, что жрёшь. Это то, что жрёшь. Так. Тебя сюда. Лагать тут только рука мыс попа разработчика, согласен. Как бы даже полностью поддерживаю. Но оно вот почему-то периодически то лагает, то перестает. Причем, ну типа, я ни хрена не делаю, у меня ни хрена не меняется. Но при этом лаги то есть, то нет. Фиг знает. Может, потому что на земле много руды валяется, может из-за этого лагает. Потому что руды-то валяются реально дофига. Хотя наверху, например, когда лаги были, в храме ничего не валялось. Непонятно, короче, ну да. Грустно, что с релиза прошло достаточно много времени, а эта фиговина не исправлена. Возможно, у меня только у одного такие проблемы, кстати. Может, поэтому ничего не исправлю. У нас, кстати говоря, еще один этот козель. Она же баран, она же овца. Барон... Бароновца козел. Шерстяной. Окей. Так, туда. Много золотой фигни. Приятно. Так. Хм. А, ну да, сапфир нужен. Нужны камушки, короче, уже здесь. А камушков здесь-то и нет. Мне для чего-то нужен был точно радик. Но.
Для чего бы мне... А, радик нужен вот для этих сканеров. После ракушек, после скарабеев. Титан друидра. Ну, кстати, алый слиток и радиационный кристалл. Я, по идее, смогу это сейчас сделать. Алый слиток. Давай мы вот это вот с собой возьмем все. Кристалл. Почему она не простакалась? Вот эту фигню еще. Здорово, Синдарин. Вот это надо. Вот это надо. Галаксид придется тоже немножко отдать. Улиматка есть, атлантический червь, солярка, ну давай. 120 магмовой слизи, 90 сколь... Не, морфы водомасса мы уже были, 90 ядовитой слизи. Так, подожди. 90 ядовитой слизи я уже использовал, мы тут босса валили. Здесь была ядопадла. Окей, ядопадлу мы уже убивали. Все нормально. Главное помнить про это. Так, ну давай посмотрим, что это такое. Так. Неужели это подземная хрень какая-то, которую надо встречать? Он как будто по кругу движется. Факелов, блин, больше сделать надо. Так, и куда ты попёр? Опа. Окей. Ну, попёрло куда-то в другую сторону. Почему у меня опять 5-3 сбилось? Не, наоборот. Ага. Так. Фиг знает, что я нажимаю, что у меня шматье местами меняется. Возможно, это из-за шифта какого-нибудь зависит. Она опять внизу. Стратная фигня. Так. Так, пока больше дерева. Тут логичный вопрос, могу ли я эту шнягу тогда заставить, в принципе, выйти ко мне? Теперь она где-то там в жопях. Такое чувство, как будто это реально кто-то из подземных. Я, кстати, вот этих птичков на базу к себе не брал. Я даже не знаю, надо ли.
Может, они полностью бесполезны. Железо еще. А, плюс к садоводству. Неплохо. То ли эта хрень рандомная, то ли одно из двух. Так, давай это... Это все нахрен не надо. Как это подземное выкапывать, а хрен его знает? Ну, типа, если это подземное. Для начала бы эту шнягу бы поймать, а вот как ее поймать, хрен его поймет. Ну, типа, я вообще не представляю, как мне двигаться здесь надо. Или как одно двигаться. Окей, давай проверим, если я две использую, у меня будет два показано или нет? Да, будет, нормально все, да? Окей, атлантический червь тоже двигается до хрена. Окей, лед. Ледяной титан тоже двигается. Отлично. Все ходячие титаны. Угу. И огненный титан, кстати говоря, тоже двигается. Найс. Всяк. Не, Лев, там ты делал, что не круги. Если бы круги, его можно было бы легко поймать. У него есть какой-то свой паттерн, и, по-моему, он сейчас как раз будет в мою сторону двигаться. Подождем здесь немножко и посмотрим. Так. Главное от яда избавиться и не наступать в него, чтобы регенку не понизить себя. Я еще думаю, что этот титан предположительно меня вообще шотать будет, а у меня ни еды нормальной, ни зелья с собой нет, ни хрена вообще. Это немножечко стрёмненько. В прошлый раз эта шняга вот до сюда дошла. Вот интересно, как оно пройдет. Блин, яд опять. Палец.
еще больше железа. Но оно, собственно, прется. А! Так это и есть титан. То есть то, что я увидел под землей, которая копается, это и есть титан, да? Ага. А дальше что? Ну, копается одна. Ой, лагает-то как, твою мать, а. А дальше ты что? Твою мать. Значит, это все титаны, они купаются. Они подземные. Окей, просто так этих титанов, видимо, не достать. Интересненько, интересненько. Возможно, им надо какую-нибудь бомбу сбросить. Мы сейчас продадим. Так, сюда и... Сюда и... Так, пойдем на продаваться. Это еще не созрели. Или созрели? Вроде даже созрели, слушай. Ну хоть Вики, возможно, но это не точно. Это из глубины. Тут, по крайней мере, нигде не сказано, как этих титанов доставать. Я думаю, может, ну типа реально бахнуть надо. Но там, типа, если бахать, это надо так четко угадать, что вообще забей. Не, ну вряд ли. Там же бомба взрывается не моментально, она взрывается через какое-то время, это надо, типа, супер-пупер угадать. Ей, с удовольствием. Окей. Пойдет. Хорошая, тихая, мирная ферма. Пока что. 64 манго, кстати. Удвоенный урожай получился. Кайф. Лопаты, ну я вот в конце попробовал его лопаты и мотыгой тяпнуть. Что-то не получилось. Может быть, я, конечно, за ним не попал и не успел. Но что-то не получилось. На Вики инфу как вызвать не вижу. А ты самого босса смотришь, да? Если так, может быть даже хреновато. Так. Даже 5 золотых теперь. Прикольно.
Из золотой пищи, особенно из золотых мангусов, можно сделать очень кислую для босса еду. Особенно если не забывать ее есть. Вообще шикарно будет. Так, замечательно. Окей, новинка, зашибись. Здарова, Сол Линкер. Два предыдущих тоже делал призывалки. Может, для этих надо призывалку скрафтить. Не. Фишка в том, что предыдущие боссы это прям... Ну, как тебе сказать? Это, типа, это большие боссы. А вот это маленькие боссы. То есть, вот для вот этих вот боссов трех надо призывалки. А для вот этих, по идее, не нужны призывалки. Ну... Опять же, по идее. А без идеи хрен его, блин, знает. Так, как ты там называешься? Душа друидры. Так. Давай-ка я попробую поднюхать тоже Вики. Только через поиск прям Яндекса. Душа друидры. Так, друидра, дикий титан. Действительно, червяк. Босс, обитающий дикими змеями. Это четвертый из шести босс титана. Разблокирован после активации ядра. Друида призывает, поместив орган ветра достаточно близко к нему. А, орган ветра. Твою... Ты серьезно? То есть мне надо сделать вот эту вот шнягу? Мне надо сделать вот этот алтарь глубин. И алтарь глубин дает тебе музыкальные инструменты, с помощью которых ты будешь из-под земли вытаскивать эту херню. Да. Окей, что за мозг гигантского жука? Я его так и не видел ни разу нигде. Так. Давай проверим мозг гигантского жука. Ты что, думал, в сказку попал? Ну как бы да. Так, на этой вики нифига нет, потому что это английская вики, которая была просто переведена гуглом. Ну, в смысле Яндексом. Ну, в смысле аишка, видимо. Окей, мозг гигантского жука, давай. Эпический материал для крафта. Ра-Акар, песчаный титан. Ага. Мне надо найти... Значит, мне нужен Ра-Акар. Песчаный титан. То есть перед тем, как я мелких смогу вызвать, мне надо второго большого убить. Ага. Вот эта хренотня мне нужна. Мне нужны над... Мне нужно над крылья скоробея 40 штук. Для того, чтобы его найти. И мне нужна вот эта вот хренотня. Мне надо больше галаксита будет для этого. Понятно. Не очень логично, что мне надо сначала первый, потом третий, а потом второй. Ну да ладно. Логика такая берет и нахер идет. Так, ядовитая шлизь. Окей. Ну,
41 хилочка уже звучит неплохо. Тут все мелкие бафы. Давай мы вот это вот теперь такие умном-ном. Так, ну, поехали в пустыню развлекаться. Откуда ты знаешь, что третий не взор? Да в смысле, по списку третий. А еще я знаю, что здесь какой-то тоже титан будет наверняка, да? Фиг его знает какой, но какой-то будет. А, чё мне надоть? Мне нужны крылья скарабея. Какие-то. Какая списка? Да в магазине, блин, Синдарей, ну. У тебя в магазине он третий по списку идет. Я бы, конечно, не отказался бы еще от Галаксита. Факт. Это не то. Окей, ну давай туда пробьемся. Там что-то есть. А, это кузница древняя, типа, да? Нашел, как бы мы верить всяким торгашам, но... Ну, да. А. Ну, кстати, погоди. А моя-то вот это должна уже разбирать. Ну да. Она теперь вулканические стены вообще на изи разбирает. И другое дело, чтобы меня в вулкане тоже на изи разбирают. Но если бы здесь был какой-нибудь интересный был утецкий, я бы его забрал. Никакого интересного Лутецкого там нет. Все еще непонятно, что закрыли скоробеи, где бы мне взять их 40 нахрен штук. Это вот это, что ли, шняга? А. То есть это та ценность, которую я продавал. Оказывается, надкрылья скарабея для босса нужны. Мне же нужны именно надкрылья были, правильно? То есть то, что я продавал ценность, это было зря. Хотя я бы не сказал, что я много нашел. Я думаю, я штучек, ну, 5, ну, 7 продал за это время. Типа вообще ни разу немного. Эта шняга теперь пригодится. Мне бы шестеренок еще побольше где-то взять. Шестеренки быстрее всего улетают. Карта Оракул Лучезарный. Учитывая, что ниточку для перевязки карты Оракула я уже нашел. Так, я тут был. Падлов, да. Летучих падлов. Но вообще, я типа вижу, как одни на земле скорее валяются, их надо с земли выковыривать. Типа того. Да. То есть это скорее не с летучих падлов, а именно валяющиеся на земле.
Потому что сколько я летучих падлов не убивал, с них, по-моему, не падало. С них вот бомбы падают. О! Еще одно офигенное копье. Копье прям супер мощное, очень нравится. Еще бомба. Да, гриндовость, конечно, в этой игре иногда очень такая себе. Да одну скотину, ну. И лаги в этой игре тоже почему-то такие себе. Я на самом деле не помню, чтобы я в прошлый раз играл и так сильно играл лагало. Вот честно, я этого не помню. А сейчас она ведет себя просто-таки отвратительно. 2% шанс жука. Найс. У меня, честно говоря, от этих дерганий даже немножко голова начинает болеть. Я не уверен насчет вертикалки, есть одна тут или нет. Да. А. Дрожать не крадно, можно выключить слава яйцам. Ну вот эти вот подергивания, это та причина, по которой я постоянно вертикалку ставлю. Потому что подергивание прям глазам очень... Глазам и голове, блин, больно делают. Костяное кольцо, в принципе, разобрать можно. Разрушить это, ну, типа, совсем, да? Вообще. Окей. Мне кажется, или это какая-то странная ограничивающая чё-то стена? Погоди, а если учебное место босса, получается, нашел? Может, я нашел шнягу, где надо ставить... Тут нету этой фигни. Ну, как ее? Кругленькой такой фигни нету. Чтобы обозначало место спауна босса. Ну да. Я, походу, нашел... А, привет! Таки да, я в натуре нашел место спауна босса. Так, ну... По крайней мере, сюда теперь пройти мы. Слушай, а если мне не нужно крылья скоробей, что мне там надо было? Галакситы до хрена? Хм. 44. Так. Ну, давай посмотрим. Крылья не падают, они только валяются. Ну, тут написали, что 2%, судя по Вики. Ну, я поверю. Окей. Вообще, мне с копья, возможно, десятка галакситов упадет. А, 16 вообще. Значит. А вообще, мне его достаточно. У меня его 87. Так, то есть это надо сюда... Сюда.
У меня пока только три карты Оракула. Мяу. 3 из 9. Окей. Давай пока на глиняный блок заменим. Значит, пойдем посмотрим, что мне там надо. Доска, волокно, алый галаксит. Обычная причем доска. Доска, волокно, алый галаксит. Тебя, у меня всего 27 шестеренок. Шестерни часто падают в каменном биоме. Блин, было бы неплохо нафармить их опять. Окей, ладно. Допустим, мы сейчас на босс припремся. Так. Так. Окей. Эти две еды. Так. Вот эту еще. Или я как раз ее с мясом и делал. Не помню. Не. Окей. Так. Что и... Ну, пойдем посмотрим, что это за хренотня такая. Если, конечно, она сюда ставится. Так. Окей. Оно самое. Ага. Надо было арбалетик стукнуть еще, кстати. Понятно. Неплохо, неплохо, да. Угу. Хороший бряк получился. Так. Окей, ну-ка. Ты издеваешься? Мне надо эту шнягу каждый раз покупать будет. Рили. Если мне память не изменяет, раньше боссы оставались, когда ты их вызвал. Да. Круто.
тебя еще. Каждый раз по 10 шестеренок расходовать, это дело такое себе. Можно, кстати, по-моему, шестеренки купить. И галаксид расходовать тоже такое весьма себе. Ну да, иногда одно обновляется. Я все еще не уверен, что я могу себе лучшую броню, например, сделать. Потому что галаксид каченый. Ну вот, прям фиг знает, можно ли лучше. А, пищу. Ладно, пойдем попробуем еще раз. Если оно не прокатит, я не знаю, прям на самом деле, потому что, ну, это бред. Тратить настолько сильно огромные ресы каждый раз, чтобы его вызвать, да ну нахер. И жуков уже. О, опять эта атака. То есть какое-то время мне приходится быть АФК, только для того, чтобы его атаку пережить. О. И не только его атаку. О. У меня прям реально нет времени даже, чтобы ему урон нанести. Вот это, наверное, самое хорошее время, чтобы ему урон наносить. Хорошо, я хотя бы в конце, когда я умирал, я заметил, что... Эти шняги об стену стукались и сливались. Да ладно, о-о. Намного быстрее.
О-оу. Он сломал ее, падла. Или это не он, или это в итоге треугольник ее сломали. Лагать опять ничего уже нужно. Я причем даже его хп увидеть не могу сейчас. Я просто абсолютно хз, сколько хп у него осталось. Я его даже примерно посмотреть не могу. Да, блин. Может быть, регенится, пока я вот сюда ухожу, но у меня типа выбора тут нету. Есть! О, блин! Капец, это близко несколько раз было. Просто на таких крополях оставался, это аж стыдно. Так, окей. Я в читальный зал, надо перерыв. Да, я отошел.
Ну, вроде больше здесь особо сильно искать-то нечего. С вероятностью 5% при попадании в ближнем и дальнем бою выпускает древний снаряд, который летит в пораженную цель и наносит урон при столкновении. Допустим, стелла с символами нахрен, разбитая стелла с символами нахрен. Мега вкусняшка для питомца. Вот и мозг гигантского жука. Окей. Так. И доспех скоробея. 52 максимального здоровья, 28 брони. Неплохой доспех. Плюс урон с шипами, правда, это бред. Наносимый урон шипами добавляется к урону ближней и дальней атаки. А вот это уже не бред. Ага. Это достаточно любопытная хренотня, может быть. Но это типа фулл сет скоробея надо. Это его надо несколько раз убивать, судя по всему. Чтобы три сет себе скоробея поставить. О, копалка мимо пролетает. Окей. Так, а чё б мне дадут за разбор этой фигни? Хоть немножко галаксита дали, и на том спасибо. Так. Окей. Фигня. Вкусняшка сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Ну да, вот, пожалуйста, блин. Доски из блеска дерева, изумруд, глаз розовой гидры, внезапно, глаз белой гидры, внезапно. Для всего нужна солярка. Такое. Тоже сейчас соберу. По идее, блеска дерева тут достаточно неплохое количество есть. Можно с помощью него попробовать всякое сделать. Я бы хотел больше мангусиков себе посажать. Потому что мне все-таки основа моего уродна — это еда из манго. Особенно было бы неплохо, если бы это была еда из золотого манго. Ага. А, манго, говорю, папайя. Ну, неважно, на самом деле. Пиупайя у нас еще есть. Хвататель нам больше нафиг не нужен. Он мне ничего не дает особого. Так. Сюда. Вот эти шняги тоже особо сильно ни хрена больше не дают. Да какая разница? Большая разница. То.
Золотая морковка, кстати, еще бродним может насыпать. Очень неплохо, по идее. Если попробовать золотую морковку соединить с ХПшкой. Так, ну-ка. А, физурон ближней атаки одна будет давать. Шанс сбить врага с ног и 37 бродни. Это вообще ни разу неплохо. На золотую бумангу все еще лучше. Папайя, в смысле. Буду папайю бумангой насывать, похрен вообще. Окей, глоксид. Так, тут вопрос, а на кой хрен нужна тогда супер-руда, которая с подводной фигни-то достается? А она куда идет? Чё, одна нужна только для того, чтобы прокачать себя дальше и все? Как-то это грустно, если она только для этого нужна. Давай посмотрим раз, сколько времени он обновляется. А, нормально. Допустим, еще 5. Ну, вот так вот покупать и надо будет. Угу. Так. Это поехали в доски перерабатывать. Ага. Ты про Пандорию? Нет, я про... А, да, я про Пандориум. Что-то его ни хрена не видно, зачем он нужен. Только вот разве что ради прокачки. Мне еще и соляра теперь нужна. Так, ну, во-первых. Есть ли у меня 15 соляра? Нет. Окей. Ну, тады поехали каким-то макаром соляру добывать, видимо. Okay. Посмотрели вот на Вики, есть сет из Пандориума или нет? Вот просто наличие, посмотри. Не надо мне говорить, если он, ну, типа, как он делается, если он есть. Просто есть ли он? А, это тот самый снаряд, который я теперь выпускать буду, да? Шансом 5%. Любопытно. Есть. Окей. То бишь нас ждет еще один крафт-станок какой-то. Который я пока еще не знаю, где достать. Ладно. Как-нибудь узнаем. Это не проблема должна быть. Так. Значит, я не пойду... Я думаю, мне сейчас, наверное, туда и не надо. Мне надо соляру добывать. Ау. Понял. Так. Хоть какая-нибудь соляра. Окей.
Дальше у нас инопланетная шняга, которую я не буду зачищать, одна бред полный. Да. Меня сейчас интересует исключительно солярочка. Слушаю кристалл. Ага. Окей, я тут был. Я, собственно, здесь проходил. FPS опять просел нахер. Окей. А, сообщить об ошибке тебя перекидывает на Discord сервер. Ну охренеть теперь. Ладно. Ладно. Ау. То бишь это у нас водичка, да? Радик надо добывать издалека, по-другому никак. Ну, в смысле, чтобы к нему можно было нормально подойти. Еще блескучка. О! Солярийный сундук, вот это может быть даже зашибись. Там можно заработать больше, чем потерять на нем. Ага. Окей, эти кристаллы наносят ни хрена, так себе урод на самом деле. Вполне. Okay. Жалко не сам... Ну, типа, я думаю, что они должны самонаводиться, потому что у босса одни самонаводились на меня. Но по факту они, по-моему, не самонаводятся. Солярки напоследок. Прежде чем биом закончится, и мы снова упремся в лес. Да. А, вон еще солярыч. Еще немножко инопланетных стоек. А, вон улитка. Nice. Спасибо. 7 солярки на халяву, это неплохо ни разу. Ну и, собственно, тут уже переход на эту шляпу, да, которую я пытался пробить. Okay.
не самонаводится. Ну что, про Радика прям, ну, очень много. И по 80 хп гриба, честно говоря, вообще-то неприятно. Просто так по приколу каждый раз. Это СВБ, мне, собственно, наконец-то азиатские чипсики пришли. Китайские. Очень прикольная, забавная упаковка, все на китайском. Очень китайская упаковка. Ну, с Хабаровска, чё. Или откуда, с Сахалина, там, я не помню. Круто. Выглядит забавно. И там такие маленькие тубусы, узкие тубусы, но длинные, по 90 грамм, типа. Здорово, бот России опять. Спасибо, Лео, да. Так. Нужна солярка. А. Если я по нему стрелять... Да ладно! О! Блин. Так. Тут есть небольшие проблемы. Из-за того, что может заспауниться улитка, а улитка все пробивает нахрен насквозь. И это грустно. То есть тут стены не спасут от улитки. Тут надо именно перекапывать. Так. Да, но существует, сам в шоке. Я думаю, мне надо его выводить или нет? Потому что, с одной стороны, надо бы, с другой стороны, это настолько дикий геморрой. Что надо ли... Это очень прикольно, такую шнягу, конечно, встретить. Но вот отсюда вывести ее домой на базу. Да. Я прям даже не знаю, реально. Хочу ли я это делать.
Блин, самая большая проблема, на самом деле, переход через лес. Даже не то, что расстояние большое. Переход через лес означает, что там грибной биом. А грибной биом означает, что там будут спауниться, собственно, враги. И враги тогда, вот эти грибные, будут конвейером отправляться мне на базу. Можно просто поставить бурой периодически самому приходить. Опять же, это далеко, Синдарин, в этом-то проблема. Чтобы самому приходить, это надо специально вот сюда вот метнуться. А, не, подожди, мне жаб капывать надо. Мне надо один и два. Все, нет. Это не нужно было. Еще рядом портал. Портал Блин, слушай. А можно не искать рядом портал? Можно самому сделать и поставить портал. Наверное, это весьма достойная шняга для того, чтобы поставить свой портал, да? Блин, тут расстояние слишком маленькое, чтобы уворачиваться от слизняков. Да, вот особенно вот от этих. Так, это будем строить не могем, могем, но только иногда. Так. Ща мы про это подумаем. Тогда еще рядом месторождение ставить портал на одно маловато. Так в том-то и дело, что я поставлю портал не только на месторождение, но и на проход в биом, вот в этот вот, тупой для дебилов, который... подводный. Так, вот это надо бы поставить. А у меня уже два таких, да? Окей. Солярчик как бы нету. Окей, давай солярку. Солярку. Будет. В принципе, все остальное можно похрен продать. Так. Не, мясо продавать не надо. Окей. Так, как у нас делается портал? Сейчас посмотрим. Так, сюда. Ну, по идее, слитков на портал должно хватить теперь. Вполне. Так, портал. Вот он. А, мне нужно, во-первых, мне нужно 20 мех деталей на один портал. Мне нужно 200 коралловых досок. Мне 187, окей, по крайней мере, недолго будет. Окей. И нужна денежка.
пойдем еще купим шнягу. Ага, не обновился пока. Надо ждать, пока обновится. Сделаем портал, поставим его туда. И можно будет туда дрельки принести, тогда и будет зашибись. Идем в каменный биом за шестернями. Надо подождать, пока торгаш обновится просто и все. ФПС опять просел. О! Где она у нас, золотая луна-роза? А, целых две. Прикольно. Окей. Ну, FPS как будто реально проседает просто так в рандомные моменты по приколу. Сейчас 34 FPS. Просто так. Личинки деньги не в тот сундук положил. Почему? Деньги, наверное, в тот? Нет? Нет, деньги-то я в тот положил. Личинки я не в тот положил, да. Честно, как будто бы хочется пока игру закончить и ждать патча, чтобы одно перестало лагать. Потому что, ну, прям неприятно. Окей. О, 60 FPS вернулись. Ладно. Пока оно обратно вернулось, играю. Может, реально от того, что просто много всего на земле валяется, от животных и так далее, может, из-за этого лагает. Хрен его знает. Деньги нужны для крафта. Это просто общий сундук. Ну и да, для некоторого, для улучшений нужны деньги. Чтобы шмотки апать, там денежку нужно. Может быть, из-за этого, кстати, невыгодно вообще животных держать. Если это действительно лагает из-за того, что дропа так много, то животные тупо невыгодны. Так. Окей, три золотые пиупаи. Мне очень интересно, раз в сколько времени у него обновляется ассортимент. Есть. Так, теперь доски. Ага. Солярыч. Так. И есть портал, ту-ду-ду дал. Ни хрена себе, блин. Так, два соляревных ключика. Сюда, сюда. Так, 8 солярки, арбалейтоны. Повязка мистического монаха левел 17. Ни хрена себе. Космические штаны левел 16. Окей, ладно. Блин, ну это все магия. Ну какого хрена это все магия, а? Перед затем можно попробовать для обновления ассортимента. Интересный вариант. Ну вот. Космик можно попробовать оставить. Я его, по-моему, как раз и оставлял, да? А, у меня космические штаны есть. Окей. Тогда штаны мы тоже перерабатываем. 44 соляра. В принципе, неплохо.
60 солярки теперь есть. Так. Доски. Соляра. Изумруд джунглей. Так. Зверь диких джунглей. Окей. Зараза, он как раз там близко. Или подожди, или ты уже на обратку уходишь? А, нет, он уже в обратку уходит. Окей. Сюда куда-то надо. Было бы прикольно, если бы он вот здесь вот мимо проходил. Это очень удобное поле для боя. Шняга сработала. Окей. Ого. What the fuck? Мне, кстати, не нравятся две полоски ХП у него. Выглядит весьма... Оу. Ау. Понятно. Офигеть, жирная хрень. Без зелий, конечно, это прям не очень было. Факт. Очень интересно, может быть, можно отойти подальше и издалека продолжить в нее стрелять в это время. Наконец-то. А. Не понял. Эй! Оно ХП нарегенило, серьезно? Окей, это немного странный босс. Честно говоря. То ли когда я ему полоску собью, мне надо что-то с ним резко делать. В мили бить, например. То ли одну из двух. Ага. Ну, во-первых, я был недостаточно далеко, во-вторых, 1074 урона.
Ага. Отлично. Верхняя полоска это защита, нижняя хп. Ну зашибись теперь. То есть мне надо пробивать до хера его защиты, чтобы снести ему миллиметры хп, и он защиту себе обратно восстанавливает. Охрененный босс дизайн. Прям потрясающий. Ты знаешь, вот... Я не знаю, это только у меня такое ощущение? Или здесь игра на высокий уровень сложности просто не рассчитана? Потому что я не смогу ему сносить так мало хп по миллиметру. Ну, чисто физически. У меня арбалет закончится. Либо мне надо несколько арбалетов. Несколько топовых, прокачанных, блин, арбалетов. Я просто не знаю, это у меня вот ощущение, что как будто бы... Игра нечестная. В игре есть оружие без поломки? Прикольно. А когда оно будет доступно? Не знаю, меня смущает то, что меня обычные мобы с двух ударов убивают. Боссы меня ваншотают. Я ж не говорю вот про предыдущего босса жука, да, который тебя с двух ударов убивает. Хотя на тебе 7 самонаводящихся снарядов. Как будто бы не вот не этим высокая сложность должна достигаться. Как будто бы конкретно вот эта высокая сложность, это тупо халтура. И если раньше еще, ладно, окей, можно было некоторых боссов там вот супер аккуратно издалека убить, то ну вот этих-то уже никак. А, оно секретное? А, ну охренеть теперь. Не знаю, просто игра как будто бы вот этим разочаровывает. Честно говоря. Так, мне сюда. И вроде бы игра, ну типа, хорошенькая, все дела, но... Я, конечно, сам пошел на хардкор, но мне кажется, что, ну, во-первых, харда харде рознь. И можно нормально делать сложность адекватную. А во-вторых, как-то вот несправедливостью попахивает. Не люблю, когда несправедливостью попахивает. Я тебе, хз, когда говорил, переходи на нормал, пока не поздно. Но опять же, ну, типа, до этого было все достаточно более-менее, Синдарень. Ну, типа, тяжело, но терпимо. Но после ваншота от босса как-то... Мям. Может быть, я сам виноват, потому что я пошел... Ну, кстати, мистический монах, нифига себе. Потому что я пошел на босса без зелий, без увеличения урона и так далее, но, блин... Босс, которому ты полчаса сбиваешь шкуру для того, чтобы нанести пару ударов... Ну, такое себе, честно говоря. Так. Окей. Че, 10 минут? Так ты на этом этапе игры уже должен был 19 уровня оружку сделать? Так нет ее, в смысле? Где тебе должен 19-го левела оружку найти? Или ты имеешь в виду простукать, я ее должен до 19-го левела?
Окей, тут будет 10 минуток эта шняга заряжаться. Давай пока посмотрим, что у нас там еще может быть. О. Проходик. Достаточно много руды. Прикольно. Хорошая халява. Очень. Меня, конечно, смущает, что в любой момент может показаться лютая падла. А FPS просел до 32. 33 FPS. FPS, вернись, я все прощу. Мне еще интересно, сколько бесконечен вот этот биом. Да. Не, ну предсказуемо, конечно, когда тебе червяк так ловит. FPS жопа. Не, наверное, я сейчас пока что прекращу играть. Потому что, блин, меня FPS очень сильно раздражает. Даже не столько меня, сколько голову мою бедную. А, погоди, мне же океанский сапфир нужен, ты говоришь, пробить. А я не знаю, где океанские сапфиры брать. Ну да. Нужны океанские сапфиры. Изумруд джунгли один еще есть, окей, да. А вот океанских сапфиров как бы немного нету. И тут еще изумруд нужен. И тут теперь изумруд нужен. Прикольно. Тут еще галаксит нужен. Оно все выпадает в комнатах испытаний инопланетян. Серьезно? Вот в этой мусорке, которую пережить нереально. Окей. Я переживаю, когда оно по 2 спамит. И я перестаю выживать, когда оно начинает спамить по 4. Потому что спамит оно не по КД, оно спамит по таймеру. Не. Пока хватит.